Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости моего канала. Сегодня 15 сентября 2022 года. Нашла вот такие вот я подберезовички. Целых три на одном месте. Только зашла в лес. И вот они тут в траве, как обычно, растут. Посмотрела все. Вроде пока больше нет. Ух! Есть еще один на этом месте. Нам всегда надо просматривать вот хорошо рядом. Грибы пошли. Прям волна подберезовиков. Так, ну вроде больше пока здесь нет. Идем дальше. Буквально вот развернулась. С этого места пошла. И в траве. Буквально, наверное, в пару сантиметрах. И еще один. Сразу в корзинке прибыло. Так, посмотрю. О, и у ноги еще один. Ничего себе, на грибницу я попала. Сейчас бы еще немножко и оступила бы его бы. Так, надо тут прям тщательно все осмотреть. Видимо, хорошая грибница попалась тут. Они такие темненькие, и видно их не очень хорошо. В такой вот траве уже листики начинают опадать. Вот, поэтому очень легко спутать грибы. Ну, пока больше ничего нет. Вот такая вот тут рябинка. В общем, лес сейчас радует. Очень приятно ходить, не жарко. Комаров уже нет, как было летом. Вот так вот все красиво и прекрасно. Вот я. Еще один подберезовик. А там вот я заметила маленькую сыроежку. Раздавил кто-то. Видимо, уже люди прошли вперед. Меня сегодня пошла поздно. Уже почти. Сколько? Сейчас даже скажу. 7 часов. Да, наверное, уже люди тут были. Вот. Так, ну грибы все равно попадаются. В траве притаился совсем-совсем маленький. О, такой вот. Поеденный уже чуть-чуть слизнями. Тоже любят грибочки, кушают. Близости вроде больше нет. Смотрю, тут какие-то грибы. Ну, это вот свинушки. А траву раздвинула. И вот тут березовик маленький рядом с ними. Ну, тут вот в траве такой уже крупный. И кто-то его шиб до меня еще. Видимо, все-таки, да, действительно, люди тут уже вперед проходили. Ну ничего, в корзиночке у меня прибывает. Еще перелесок далеко-далеко идет. Поэтому думаю, что грибов сегодня я немало наберу. Только убрала телефон. И тут вот еще один черноголовик. Да, такими стайками стали расти. Я прям люблю, когда на одном месте находишь не один грибок. Так вот тщательно в траве нужно все идти проглядывать. Так, вот в траве еще маленький. Ох, как глубоко он сидит. Уже со светлой шляпочкой. Красавец. А вот тут под маленькой осинкой маленький подосиновик. Такой белой ножкой. Красивый. Шикарно. Шикарная находочка давно. Потихоньку и у солонины грибница просыпается от засухи. Вот такая вот сыроежечка. А дальше подберезовик маленький. Вот такие вот практически на одном месте два грибочка.
Люблю вот такие вот находочки. Раз, два. Самый смак на маринад. Вчера замариновала две баночки пол-литровые. Сегодня думаю, что еще наберу. Такие вот я их целыми прямо кладу, очищаю. Кладу. Очень эффектно смотрится в маринаде. Люблю я вот такие вот находочки, когда стоит вот такая вот красота. Два сразу. С таким хрустом, так приятно их срывать. Тут вот еще один с одного боку, правда, погрызенный кем-то или сшибленный был, не знаю. В общем, на одном месте сразу три штуки. Надо четвертого посмотреть. Ну, конечно, вот он. И четвертый никуда не делся. Такой малыш. Может быть, и пятый найду. Надо хорошенечко это место осмотреть. Может, где-то сидит и пятый их братик. Так, сейчас буду осматривать. Если что найду, засниму. Нашла тут и пятый, но он отличается. На беленькой ножечке и шляпочка белая. Такой вот красавец. Тут вот мне попались вот такие вот грибы. Я, наверное, думаю, что это рядовка желто-бурая. Наверное, это она. Может, кто-то в комментариях подскажет поточнее. Я возьму домой грибы эти и хорошенечко их дома изучу. Но думаю, что это рядовка. Кто, если уверен, пишите, пожалуйста, в комментариях, что это за гриб такой. Да, наверное, это какая-то рядовка. На пути встретилась вот такая мне кроха. Маленький, тоненький. Такой вот. Тоже слизни поели. Чуть-чуть всем кушать хочется. В траве часто нахожу вот такие вот какие-то грибочки. Интересные. Зонтики, навозники это что ли какие-то. Непонятно. Еще нашла вот такой вот бочоночек. Такие толстоногие. Ух, какая у него ножка-то длинная. Красавец. Главное, что не все хорошие. Вообще даже прихожу, только вот мусор. Как бы лесной есть на них, а червяточин вообще нет. Классно. Летом были в засуху, конечно, даже если найдешь, то все были гнилые. Еще один подберезовичек с белой шляпочкой. Думала даже сначала белый это, но нет, это подберезовик. Опять нашла семейку подберезовиков. Вот такой вот малыш на длинной ножке. И тут побольше. Вчера ездила в нашем городе на рынок. Там продают грибов много. Видно, что грибы пошли. Продают и белых, и боровиков, и волнушки. Ну, наверное, это собирают где-то в больших лесах. У нас то тут вот перелески. А там, видимо, в больших лесах собирают. И уже достаточно много. Я ни одного белого не нашла. Сегодня, вчера тоже, позавчера я нашла гриб белый, вот. А так пока, ну и солонины нет, а там вот продавали. Может, я совершу поездку в большой лес на выходных, посмотрим, что найду. Не знаю, как я его заметила, но как-то заметила. Совсем вот такой вот малыш сидит, бочоночек. Красавец. Думала я тут... под березовик, а нашлась
гастролей все погнула. Рядовочка скученная, круглая, вот такая вот большая. Очень хороший вкусный гриб. Засоли прямо вообще вкуснятина. Вот эта маленькая вся раздавленная. А вот эту вот я возьму. Он настолько вкусный и хрустящий. Просто вау. Опять вот такой вот малышек в траве. Вот такие вот мелкие попадаются. Нашла вот такой вот подосиновик крупненький. Сегодня второй. У меня уже... Ух ты! Как сидит. Оп. Второй уже у меня сегодня за день такой. Корзинка уже почти полная. Надо уже переходить на более большую корзиночку. Грибы пошли. Вот, а у меня еще два перелеска впереди. Чувствую, понесу грибы в руках. Пакетик сегодня забыла. Вот такой вот еще стоит грибище. Красавец. Такие даже срывать жалко. Это вообще красота просто. Крупный, на толстой ножке. Нашла я семейку сыроежки. Вот такие вот некрупные. Видимо, грибница проснулась. Пошли они. А вот там сидит вот такой вот гражданин. Крупный. Сейчас я сыроежки соберу тут. Чуть-чуть их, правда. Вроде где-то еще видела. Я тут. Ага, вот еще в траве одна. Так, вот этот-то такой. О, а там еще один в траве. Оп, такой вот. Так. И второй, где я его видела. Ага. Вот он. А там еще сыроежки. Странно. Они обычно в лесу растут, а тут в траве они. Стала я ходить по этой траве. Тут вот еще два. Ух, три! На одном месте. Семейство такое. У меня уже целая корзинка. Так, вот еще. Нашла под березовики один. И вот он второй. Так. Оп. Я второй-то и не вижу уже. Ползаю тут просто на коленках. Вся мокрая. Так, в общем, уже пришлось снять капюшон. Крупное туда уже складываю. В общем, вот так вот сегодня. Удачно вообще под березовики на каждом шагу. Я прошла всего два перелеска. И еще есть перелески, в которых можно походить. Но мне уже просто складывать грибы некуда. Только корзину в руку взяла, телефон убрала. Шагнула шаг. Ой, сломала. Еще вот такой вот подберезовик нашла. Еле заметила в траве. Вот такого вот. Ай, как они прям там сидят-то плотно. Не вытащишь. О, а тут из земли, смотрите, интересно. Еще и второй пробирается. Ух, сейчас я его попробую. Достану или нет? Сейчас, если достану, засниму. Взяла я нож из этой дерновины. Я его все-таки вытащила. Еще вот такой вот тут березовичек. Нашла уже к дачному массиву. И даже тут растут грибы. Вот уже заборы, дачи. Я тут на чью-то территорию забралась в калиточку. О, а под ногой еще один. Вот он. Здесь рос. Ну ничего, думаю, хозяева не сильно будут расстроены. Тут только еще стройка вот начинается. Никого здесь нет. А грибы, если перерастут и пропадут, будет очень жалко.
Лес просто не отпускает. Тут березовики на каждом шагу просто. Уф, я настолько рада. Сегодня вообще шикарная грибалка. Только уберу телефон, смотрю, еще грибок. Ух, красота. Все, вышла я из леса. Вот так вот сегодня шикарно. Я пособирала грибы. Пришлось даже капюшон снимать с куртки, чтобы все эти шикарнейшие дары леса уместить. Просто супер. Вообще, я довольна. Даже пошло немножко солонины, волнушечки. Ух, сегодня, если было время, я бы, наверное, взяла бы просто еще бы корзинку и пошла бы, но, к сожалению, времени у меня сегодня пойти нет. А так я даже прошла не все свои перелески, можно было еще бы походить. Завтра возьму корзинку побольше и отправлюсь в лес. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я вас буду радовать новыми интересными видео. До новых встреч!